Всем привет! Сегодня в нашем обзоре новинка от торговой марки Joy. Детские стульчики для кормления поставляются в 6 разных расцветках. Принцесса, пират, мишка, совы, кот и самолет. Стульчики Joy рассчитаны для детей от 6 до 36 месяцев. За безопасность ребенка отвечает пятиточечный ремень безопасности. Для удобства кормления в столешнице предусмотрена ниша для стакана, а также съемный поднос. Столешница регулируется в трех положениях с помощью кнопочной системы регулировки, а также легко снимается для удобной посадки малыша. Спинка сиденья также имеет кнопочную регулировку в трех положениях. Материал обивки непромокаемый и отлично моется. Вся мягкая обивка легко снимается, предварительно отцепив ремни безопасности. Подножка стульчика регулируется в двух положениях, а дополнительную часть для упора в любой момент можно убрать. В столешнице предусмотрена защита от сползания, выполненная из пластика. При необходимости ее легко можно снять, предварительно открутив один шуруп в основании столешницы. Устойчивость стульчика обеспечивают широкие, регулируемые по высоте в 5 положениях, ножки. Детский стульчик оборудован системой тормозов, которая имеется на всех 4 колесах. Ходунки имеют высокую устойчивость на одном месте. Колеса выполнены из прорезиненного пластика. В комплекте со стульчиком поставляется корзина для мелочей. Детский стульчик от торговой марки Joy легко складывается с помощью нескольких движений и занимает минимум места. А на сегодня у нас все. Следите за новинками на нашем канале, а также не забывайте ставить лайк и подписываться.